те, кто заглянул ко мне на канал, меня зовут Светлана. И сегодня хотела бы рассказать о недавних двух посылочках, которые мне пришли с сайта iHerb. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Я уже очень давно не заказывала на сайте, наверное, где-то с год. Хотя у меня уже в корзине было куча всяких вещей, которые мне необходимы. Вот, и я наконец-то сделала там два заказа. Один почему-то шел мне больше месяца службы Боксбери, он у меня на таможне провалялся, наверное, недели три, если не меньше, пока я не написала в Боксбери, тогда только они мне начали шевелиться, так скажем. А вторая пришла очень быстро, наверное, недели за полторы, хотя той же самой службе Боксбери. Пока доставка была бесплатная от $40, я решила сделать два заказа. Итак, в основном это были БАДы, которые не необходимы для здоровья, но и также было кое-что и вкусного, и косметического. Итак, начну я, пожалуй, с косметического. Очень долго я хотела заказать этот дезодорант. Много хороших отзывов слышала на него, в том числе Леночка Skygirl очень-очень хвалила этот дезодорант. Он у меня лежал в корзине, наверное, больше года. Вот, и наконец-то я решилась. Это тайский кристалл дезодорант мист. То есть тот же самый дезодорант кристалл, только в жидком виде. Обычный дезодорант кристалл у меня тоже есть, но он у меня лежит, и рука к нему вообще не тянется, потому что неудобно, это очень неудобно постоянно его мочить. И, честно говоря, я от него не видела никакого эффекта. Запах проявляется довольно быстро, и, ну, в общем, расстроил меня, он у меня лежит без дела, и не знаю теперь, что с ним вообще делать. И решила я попробовать вот такой вот в жидком виде. С распылителем, он идет уже, то есть вот так вот распыляется, как обычная термальная вода. Вот, значит, это дезодорант кристалл 100% натуральный, без всяких алюминиев, алкоголей, неаллергичный, 24 часа должен действовать. Что мне не очень понравилось, это то, что он очень широко разбрызгивает, то есть когда я брызгаю им под мышкой, у меня мокрое потом все вокруг. И на бюстгальтере, если уже одетая, брызгаюсь, в общем, у него очень такой широкий распылитель, так скажем, не точечный. Вот, и, естественно, нужно какое-то время, чтобы он подсох. Тоже это нужно учитывать, когда одеваешься с утра, например, когда быстро-быстро, не всегда это удобно. Вот, но, в принципе, по действию мне понравился, он совершенно-совершенно не имеет никакого аромата, он... Ну, в принципе, защищает неплохо. На весь день, конечно, мне не хватает его, потому что сейчас у нас жара. Но я думаю, что осенью, зимой это будет просто супер. Это будет как раз то, что нужно. Я тогда уже откажусь от этих всех Гарнье дезодорантов, которые у меня есть. Вот, а буду пользоваться только этим. Для лета, конечно, слабоват, но вот осенью, зимой это самое то, что нужно. Поэтому я рада, что его взяла. Стоил он, получается, 370 рублей на сайте, сейчас, по крайней мере, стоит, вот, 240 миллилитров здесь. Я думаю, что хватит мне его очень надолго. Надеюсь, по крайней мере, на это. И что самое главное, что он не закупоривает поры, от запаха избавляет. Но под отделение, конечно, он не уменьшает. То есть под есть, конечно, но он без запаха, так скажем. Вот. Кому это подходит, то я думаю, что он понравится. Так, следующее, о чем я расскажу, это был вот такой вот бад от фирмы Now, Мака называется, 500 мл здесь, стоил он 494 рубля, здесь, значит, идут вот такие вот ампулы, ну, обычные совершенно. Для чего я его заказала? Значит, я заказала этот бад, потому что он придает энергию, умирает сонливость, также он увеличивает либидо. Вот. Нужно принимать по 1-3 капсулы в день. Я принимаю по 1 капсуле в день на ночь. Вот. Ну, пока я, конечно, результат никаких не увидела. Если вам будет интересно мой отзыв, то я расскажу в пустых баночках об этих БАДах, которые я сегодня покажу в этом видео. Какие увидела ли я от них какой-нибудь эффект. Ну, вообще... На отзывах на сайте где-то 50 на 50, кому-то он помог, кто-то не увидел никакого особого эффекта. Я принимаю пока его около 2 недель, пока особо результатов не видела. Ну, я надеюсь, что результаты будут. Она хорошо способствует также женскому здоровью, то есть на всякие гормоны женские улучшает. В общем,
хорошая вещь. Почитайте на сайте, там много всего. Я оставлю ссылочки все, конечно, под видео. Вот. Ну, надеюсь, что он мне поможет. Вот. Так, следующее, что я заказала, это была паста Гималая. Много хорошего я слышала про эти пасты. Даже у некоторых магазинах они есть в фикс-прайсах, у нас их в фикс-прайсе нету. Поэтому я решила заказать на Айхербе, но я думаю, что там совершенно другие, не такие, как в фикс-прайсе. Вот, я выбрала вот такую вот пасту. В такой вот упаковке, как у нас идет бабушка Агафья, точно такая же оформление. Вот, это получается здесь 150 грамм. Такая большая упаковочка у нее. Мне пока понравилась эта паста, я сейчас пользуюсь ей активно. Она такая вот белая, мутная, полупрозрачная, такого кремового цвета. Запах неубойный, пахнет какими-то травами, немножко мятой. Мне понравился ее эффект в том, что она действительно хорошо очищает, освежает дыхание и хватает, в принципе, надолго. Не сказать, чтобы она была убойная, такая мятная, как блендометы, которые я не люблю, но... В принципе, средняя такая у нее, такое среднее действие у нее, что хватает, в общем-то, мне практически ну, до полдня, до обеда, в общем, хватает свежести от этой пасты. Вот, поэтому я довольна, что я заказала. Значит, эта паста, естественно, без фтора, без глютенов, помогает бороться с зубным налетом. Содержит в себе ним, гранат и трифалу. То есть это настоящая аюрведическая зубная паста, которая ищет пасты с натуральным составом, то это самое то. Могу посоветовать. В принципе, мне пока понравилась она. С огромным удовольствием будем ей пользоваться. Так, следующее, что я взяла, это был вот такой вот бат, опять же, от фирмы Dr. Best. Хорошая фирма, хорошие составы у них, отличные БАДы у этой фирмы Dr. Best. Это у меня идет красный, капсулы красного риса. Вот такие вот. Здесь довольно большой объем, 600 миллиграмм. Значит, капсулы выйдет точно так же, как у маки. Обычные, в общем, капсулы. Ой. Обычные капсулы, только такого красно-коричневого цвета. Вот. Значит, что это такое? Это хорошая добавка, биодобавка, которая снижает холестерин. В общем, для этого я его брала, потому что у меня, когда я сдавала анализы вот весной с проблемами щитовидки, у меня на границе нормы уже холестерин, видимо, из-за того, что не очень правильное питание. Нужно, конечно, менять его, но пока я вот никак себя не могу заставить, уговорить на это. В общем, у меня на границе норм. Пока, конечно, все в норме, но уже как бы на границе, что холестерин уже довольно такой немаленький, так скажем. Вот, поэтому я взяла вот эти капсулы. Я очень надеюсь, что он поможет мне снизить холестерин, придаст энергию, улучшит самочувствие общее. Вот такие вот капсулы. Вообще, конечно, его нужно принимать 4 месяца. Наверное, ни одной упаковки вряд ли хватит. И принимать нужно 2 раза в день по капсуле. Вот, и он улучшает общее состояние сердца. В общем, у кого есть проблемы с холестерином и для того, чтобы улучшить сердечную деятельность, могу посоветовать эти ампулы. Почитайте также отзывы на сайте. Отзывы в основном положительные. Помогло снизить холестерин. И я надеюсь, что поможет также и мне. Так, следующее, что я взяла, это была стевия. Вот такая вот всем известная стевия. Все ее знают, все ее заказывают от фирмы Now. Очень хвалит ее, по-моему, Наташа Инфанта. Или она у нее в пакетиках, какая-то другая фирма. В общем, неважно. Это первая моя стевия, которую я покупаю. У нас продается она и в магните, я видела. Ну, такая, немножко другой фирмы. Вот, ну вот этой фирмы, конечно, очень хотелось попробовать. Она идет в жидком виде, естественно, в сиропе. То есть ее можно капать здесь. Очень узенькая такая. И она очень-очень сладкая, я даже не ожидала. Первый раз, когда я ее попробовала, я добавила ее в чай. Добавила, наверное, капель 10. Что-то думала, что она слабая по сладкости. И у меня был просто приторный чай. Я его так и не допила, полкружки вылила, потому что я не могу пить, когда приторно сладкий. В общем, хватает вообще там буквально 2-3 капель на всю кружку. И получается просто довольно такой приятный такой по сладости чай. Я добавляю его в кофе с молоком, я пью в чай,
очень классная вещь. Мне даже жалко ее пользоваться, потому что я думаю, когда я наконец-то займусь своим питанием, буду придерживаться ПП, правильного образа жизни, тогда я и буду активно употреблять с ним чай, потому что сейчас у меня не совсем правильное питание, поэтому тратить его просто так мне сейчас не хочется. Вот, я вообще давно уже перестала пить чай с сахаром. Я сахарозаменитель, вот эти обычные в таблетках, которые у нас продаются, но я знаю, что они химические, они вредные, поэтому действительно я и решила попробовать эту стевию. В общем, могу посоветовать, самое главное, у нее нет никакого привкуса, совершенно никакого привкуса нет, то есть у других сахарозаменителей есть какие-то там горьковатые привкусы, даже у тех же таблеток, которые я использую, а это вообще супер, мне очень-очень понравилось. Здесь идет 60 мл по буквально 2-3 капли в чай, в среднюю кружку 200 мл, и получается очень хороший сладкий чай. Поэтому могу посоветовать, классная стевия, очень рада, что ее заказала. Хотя стоит она, конечно, не очень бюджетно, на сайте, ого, сейчас она стоит аж 543 рубля, обалдеть. Ну, где-то в Магните у нас они также приблизительно стоят, тоже не дешевая эта стевия, конечно. Так, следующее, что я покажу, это вкусняшки мои. Я уже заказываю второй раз. Мне очень-очень нравится это какао. Я вообще какао не очень люблю, не знаю. Но вот что-то решила в тот раз взять на пробу, и в этот раз я заказала еще. Это какао в таких вот пакетиках. У меня осталось всего 2 пакетика. Просто обалденно. Я очень жалею, что у нас не продается именно такого какао, как это. Хотя фирма Nestlé, конечно, у нас есть в магазинах, но именно такого какао нет. Это какао с зефирками. Вот такой вот. И здесь 6 пакетиков в этой упаковочке. Стоит она 100 с чем-то рублей, то есть, в принципе, бюджетно. Оно просто обалденное. Кто любит какао, обязательно попробуйте, потому что оно настолько вкусное. Там эти зефирки, конечно, очень маленькие, их особо не чувствуется, но вкус этого какао просто божественный. Я вкуснее какао просто не пила. Его можно добавлять и смешивать и с водой, и с молоком. Я добавляю чуть-чуть воды горячей, чуть-чуть молочка. Получается просто обалденно. Оно само по себе сладкое. Конечно, состав у него может не 100% натуральный, но я уверена, что он намного лучше, чем то какао, которое продается у нас в магазинах. Вот, и, конечно, была бы возможность, я покупала бы его очень-очень часто. Жалко, очень жалко, что не продается у нас в магазинах оно, потому что оно божественное, это какао. Обязательно-обязательно возьму еще, когда буду делать заказ. Ну, очень-очень-очень-очень, 300 раз очень мне оно понравилось. Просто обалденное какао, могу всем посоветовать, обязательно возьмите, попробуйте. Хотя бы просто попробуйте. Хотя, конечно, наверное, калорий здесь немало, все-таки оно такое сладкое. Ну, 30% какао, конечно, оно очень сладкое, кому-то оно может показаться даже приторным. Мне оно тоже как бы сладковато, поэтому я его в большой кружке развожу, и тогда оно становится более-менее. На маленькой кружке это будет очень и очень сладко. Или по полпакета. Вот, могу посоветовать, обязательно. Так,